Казахстане с 1991 по 2003 год было приведено в исполнение 536 смертных приговоров. Смертную казнь назначали за акты терроризма, в которых погибли люди, а также за особо тяжкие преступления. В 2004 году ввели альтернативу – пожизненное заключение. Нужна ли смертная казнь в Казахстане, и если да, то в отношении кого? Смертная казнь – это очень жестко. Лучше пожизненно дать. Алайда тағайындар, бізге ондай қажет емес. Біз мұсылман болған соң, өзінің жазалары бар, соған өзінің тиісті жазасын алу керек. Бывают такие преступления, которыми, кажется, надо жизнью отвечать. Но если брать Китай, вот пример, там чиновников прямо на глазах у всех расстреливают, убивают, то есть казнят. Может быть, и надо было такую практику вести, чтобы у нас поменьше коррумпированных чиновников было. По большому счету, коррупции нету в Китае. Негізі өлім жазасы керек емес. Неге? Әрбір адам бала дүниеге келсін, өмір сүру керек қой деп ойлаймын. Енді Алла өмір бергесін, өмір сүру керек, жазасын өсіру керек. Я считаю, то, что смертную казнь вводить не надо, потому что в некоторых случаях пожизненное заключение может быть даже хуже, чем смертная казнь. Өлім жазасы керек. Смертная казнь педофилдерге и және ұрлықшыларға, парақорларға, соларға. Өлім жазасы керек жоқ. Неге? Адамның кішкентай да болса жарық дүниені көріп жүрген дұрыс қой. Енді өлтіріп жібергенше оның семьясы бар. Отырса кейін енді мемлекет жақсылық жазасын болса оған амиссия шығуы мүмкін.